Коллеги, добрый вечер. Начинаем снимающую пресс-конференцию, посвященную матчу ЦСКА Магнитогорск. Главный тренер профессиональной команды Олег Петрович Воробьев, Игорь Валерьевич Никитин. Традиция, вторым словом, ЦСКА с победой. Первый период мы еще смогли. Поэтому поставили, да, поэтому ЦСКА достал машиной. Скорость, да, быстрее нас и додавит. Спасибо большое. Сегодня так. Ребята постарались. Много сил там отдали, и в конце, конечно, нужно время. А так, поблагодарили за работу, за победу. Все получалось, но желание было огромное. Спасибо. Большое, коллеги. Даем вас вопросы, не забываем представляться и говорить в микрофон, и даем принимать трансляцию. Да, Владислав. А где микрофон? Справа от вас. Вопрос Илья Петровича. Илья Петрович, Филиппе вроде бы неплохо играл на Кубке Первого канала, а тут что-то не может вкатиться как-то. Многовато потерь у него, набрасываний. Вот. Чем это объяснить? Неплохо он сегодня играл. Лучше, чем Питер? Питер тоже неплохо играл. Вопрос просто команды, которые играют все время сегодня, все время в стык, все время, да, все время. И давали на развернуться. Ну, ничего. А эта химия окончательная? Нестор Шамазекин и Филиппе? У нас окончательно в этом сезоне еще ничего не было. А пар... всего произошло. А Парша почему не играл сын? Чтобы не играл. Решили мускул предпочесть, да. Да? Мобильность. А Тимкин поставил, да? Тимкин. Ну, Тимкин подал. Мы пошли просто там, мы не такие здоровые, как у нас. Да, что сильно. А Кошечкин готов играть уже? Его там выпустим немножко. Посмотрим. Ну, мы рассчитываем, что Риги он сыграет, да. Долго не тренировался, сейчас как второй мы его раздевали. Сейчас надеемся, что Риги сыграет по-английскому стоит. Объясните, там не все поняли, почему он будет давать себя в концовке. Потому что, по-моему, все понимают, потому что просто было большинство, я тянул время и поменял вратаря, чтобы игроки отдохнули. И Валерий такой, кто делает, и все понимают. Сейчас уходим. Надо еще идти как на диску. Было, было. Ильич, вот послушал ваше интервью перед матчем, вы там вспоминали матч с Фидисом, то, что первый период не удался, но, по-моему, опять наступили немножко на те же грабли, опять первый период не заладился. Или не согласитесь? Ну, я не скажу, что он не заладился. Мы просто не так плотно играли, как после перерыва. Вот, мы достаточно мастеров, которые время получив, они очень не просто против них играть. Просто если бы не было по-другому, нужно было перестроить все немножко. Вы бы сказали, что матч тяжелый, завтра у вас игра опять, буквально, ну, уже меньше, чем через сутки. Насколько будет тяжело подготовить команду? На завтра посмотрим, да, здесь он будет тяжелый, здесь немножко, скажем так. Сколько я подготовил? Ну, все так играют, не исключение. Тем интереснее будет. А вы знаете, что... А вы видели на трибунах или знали, что на трибунах Крикунов со всем штабом смотрит? Ну, конечно, я не видел, что они там, они все равно готовятся к игре, так как любые тренеры готовятся. Но... По телевизору могли посмотреть, уже больше. Ну, это их не уже как бы работа. Да здесь китаец, телевизор, но все равно над своей игрой толкнется. А завтра Ларс играет в Махтабиде? Ну, по мирам, да. Просьба на завтра два лета. Ну, меня возьмите. Я давно хотел. Степан Федятов, Матч ТВ. Вопрос Илье Петровичу. Вот в конце было два большинства. И они крайне неудачными оказались. И Сергей Мазякин
в меньшей степени во вторую очередь выходил, и мало вообще ему было уделено времени. В целом усталость сказала, что вообще даже в зону с трудом проникали, или все-таки какие-то более глобальные масштабы бедствия в этом смысле вы заметили? Ну, ЦСКА очень здорово играет в меньшей степени, я это знаю. И у нас была довольно непростая игра и в Питере, да? И сильно тут есть, конечно. Поэтому, но с Сергеем я бы не сказал, что он играл меньше других в этом меньшей степени. Можно еще позвать? Вопрос по трансферам. Ваш предшественник жаловался, что в команде мало защитников-разрушителей. Вы подписываете Перцевки, но он же явно не разрушитель, он же такого, такой еще план зашел. Можете вот объяснить? Он сегодня нормально разрушался. Так он хороший защитник, да, где-то вправо, может быть, он в две стороны, да, но он рабочий в обороне тоже. Да, найдите мне еще защитника. Оборонительного плана. Где бы? У вас в кармане есть? ЦСКА? Нет, ЦСКА понятно. Бирюков есть. А? Бирюков есть. Ну да. Ну я понимаю, да, но все равно он же есть. Ну если он на травму, то... Ну я понял, да, да. Или есть еще вопрос? Дай себе, пожалуйста. Еще по новому некоторому сейчас больше это снять все равно не все равно. Там Сергей Мазайкин просто оказался. Такое случается, потому что, в принципе, хорошо команда среагировала на это, и ребята молодцы. Есть еще вопросы? Есть вопросы? Мне большое спасибо.